Всем привет, с вами Рброкман, и это третья распаковка китайского Лего, которая была в этой посылке. Итак, сегодня подборка по Марвел, последняя подборка. Итак, это DC. О, DC очень классные. Ну ладно, начну с этой. Так, это у нас стервятник. Стервятник, человек-паук, возвращение домой. Одно лицо. И сейчас я его соберу. Но для начала... Спиннер крутится, лайки мутятся. Итак, вот такой сервятник получился. Здесь вот такие каноничные крылья, но не такие, как у фильма «Человек-паук. Возвращение домой». Кстати, маска как Человека-паука, ну, с Человека-паука «Возвращение домой». И костюм такой же, ну, сама куртка. Какая-то... Ну, вроде такая штука у него была, когда они были на пароме. Это вообще непонятно, что это, но... Прикольный. Кстати, крылья очень большие и классные. Так, следующие. Это у нас будет... Ладно, пусть будет... Дормаму. Дормаму, выходи, я пришел договориться. Так... Ох, ничего себе у него пламя. Ну и так, сейчас я его соберу. Итак, вот такой Дормаму получился. Кстати, поскольку я с ним договорился, это первая мини-фигурка, в которой очень легко залезли руки. Принт хороший, но не очень там много детализации. У стервятника больше детализирован, чем у Дормаму. Но эта голова, посмотрите, вообще прикол. Такая пламенная. Ну что, следующее. Кстати, у него какие-то штуки такие были, пистолет. Зачем Дормаму пистолет? Так, следующая мини-фигурка. Это у нас... Нет, это вообще самый конец. Стэн Ли! Да-да, есть фигурка Стэна Ли. Я не знал. Вот так. Ну что ж, это то, что с ним идет в комплекте. Сейчас я его соберу. Вот и Стэн Ли. Кстати, очень детализировано лицо. В очках хорошо так... Видно глаза, ну, очень хорошо продетализирован. Курточка и рубашка тоже хорошо. Очень хорошая детализация. Это Стэн Ли. О, какой он прикольный. Так, дальше. Самое лучшее. Это реактивный енот. Вы спросите, в смысле реактивный енот самый лучший? Ну, вы сейчас увидите. Так. Вот что идет в комплекте, но я сейчас его соберу. Итак, я собрал реактивного енота. И посмотрите, какая это милота. Просто очень хорошо детализировано. Посмотрите, это Бэби Грут. Он очень классный, просто супер. 10 из 10. 20 из 10, это просто супер, я не знаю, как сказать. У него в комплекте был вот такой пистолет. Так, сзади.
хорошо детализирован, но какой-то так иностранный получился. Он, кстати, у него ноги не сгибаются, поскольку туда вставляется хвост. Но хорошо детализирована такая милая мордашка. Так, и груд, ну, груд очень няшный, ну посмотрите. На этом все. Кончилась серия по распаковке китайского Лего. Если вам эта серия понравилась, ставьте лайки. Подписывайтесь обязательно на канал. Если вам понравился Бэби Грут, обязательно с вас лайк. А с вами был Мэр Брокман. Всем спасибо. Всем пока. И не забудьте подписаться на канал.